Латина-музыка написал мне в одной из социальных сетей: «Юрий, здравствуйте! Не могли бы вы подсказать список литературы по альтернативной истории и не только? Благодарю». Ответил: «Здравствуйте, сейчас составлю список некоторых книг, отрывки из которых прочитаны на моем канале «Веб-рассказ», а также небольшой перечень книг не альтернативной тематики, которые мне было интересно читать». Андрей Скляров, «Сенсационная история Земли». И ссылка на список книг Андрея Склярова. Андрей Скляров, «Яхве против Баала. Хроника переворота». Захария Осичин, «Все книги интересные». И ссылка о Захарии Осичин и перечень книг. Майкл Бейджент, «Запретная археология». Очень интересная книга. Колин Уилсон, «Боги Атлантиды». Анатоль Франц, «Остров пингвинов». С юмором. Книжечка. Книга издана в 1908 году. Эндрю Коллинз, «Врата Атлантиды». Джонатан Блэк, «Тайная история мира». Джеймс Чорчвард, «Священные символы континента Му». Гэвин Мензис, 1421 год, когда Китай открыл мир. Грэм Хэнкок, Роберт Бьювелл, «Власть талисмана. Тайны посвященных. От египетских жрецов до виновников трагедии 11 сентября». Эрих фон Деникен, «Судный день». Все книги интересные. Эрих фон Деникен, «Боги были астронавтами». Бернд фон Виттенбург, «Шах планете Земля». Эдвард Бульвер, «Грядущая раса». Этьен Кассе, «Фальсифицированная история». Мавра Арбини, «Славянское царство». Петр Орешкин, «Вавилонский феномен». Вот эти две книги, очень нашумевшие, рекомендую. Тутанхамона не было, имеется в виду, что Петр Орешкин доказал, что эти все фамилии, набор букв, все переводилось совершенно по-другому. Классен Егор, «Древнейшая история славян и славяно-русов». Андрей Лызлов, «Скифийская история». Виталий Симонов, «Внеземной след в истории человечества». Николай Александрович Морозов, «Новый взгляд на историю русского государства». Вадим Кожанов, «История Руси». Юрий Петухов, «Дорогами богов. Подлинная история русского народа». Владимир Бацалев, «Тайны городов-призраков». Владимир Бацалев, «Загадки древних времен». Новгородцев, «Сибирский поход» Александра Македонского. Владимир Иванович Щербаков, «Асгард. Город богов». Бореев, «История гуманоидных цивилизаций Земли». Дмитрий Белоусов, «Хозяева Евразийской империи. Древняя история славян и русов». Наталья Павлищева, «10 тысяч лет русской истории. От потопа до крещения Руси». Подъепольский, «Пропавшая история». Чертков, «Очерк древнейшей истории протославян». Горбовский Александр, «Загадки древнейшей истории». И художественная литература. Сергей Алексеев, «Сокровища Валькирии». Список книг Алексеева. Приводится ссылка. Владимир Чиповой, «Перекресток». Эта книга оставила неизгладимое впечатление. Она мне казалась одной из лучших в этом жанре. И я не знаю человека, кому бы она не понравилась. Андрей Никитин, «Точка зрения». Валентин Пикуль, «Фаворит. Все книги интересные». Валентин Пикуль, «Псы Господни». Николай Задорнов, отец Михаила Задорнова. Все книги интересные, и приводится список его книг. Рекомендую. Юрий Поляков, «Желание быть русским». Колодан Дмитрий, «Пангея 1. Земля гигантов». Александр Проханов, «Убить калибри». Шафаревич Игорь, «3000-летняя загадка». Игорь Ростиславович Шафаревич, «Русофобия». Григорий Климов, «Песнь победителя». Другое название книги – «Крылья холопа». Сергей Тармашев, «Древний». Серия из 9 книг. Это фантастика.
но с глубоким смыслом. Серкин Владимир, хохот шамана. Даниэл Кис, цветы для Элджернона. Ну, это классика, очень нашумевшая и интереснейшая книга. Фернандо Гамбол, последний тайник. Эрик Фрэнк Рассел, зловещий барьер. И два кибертриллера Дугласа Ричардса, «Око разума» и «Квантовое зеркало». Дмитрий Лысков, «Сталинские репрессии. Великая ложь 20 века». В этой книге на основе документов по строгой отчетности того времени показано настоящее количество репрессированных, а не выдуманное. Для детей рекомендую книгу автор Вахтанг Ананян «Пленники Барсова ущелья». Эту книгу я прочитал лет в 12 и сейчас перечитываю. Детям рекомендую. Плейлист на моем канале «Отрывки из книг. 207 видео». На этом все. Всего хорошего. Канал «Веб-рассказ». Конечно, это далеко не все из того, что интересно. Этот список можно добавлять и добавлять. Но хотя бы кому интересна альтернативная история или хорошая фантастика определенной тематики, то, наверное, этот список будет интересен. До свидания.